Ульяновская земля вновь стала центром притяжения для автогонщиков. В регионе прошел ралли-рейд Баха «Холмы России». Этапы чемпионата России в Ульяновской области проводятся ежегодно. На открытии губернатор пожелал успехов участникам. Я хочу пожелать всем участникам, спортсменам удачных выступлений, гостям наших соревнований получить максимальное удовольствие, организаторам обязательно рассмотреть вопрос о дальнейших этапах чемпионата России именно в Ульяновской области. Гонки прошли в Ульяновском, Кузоватовском, Терентгульском районах. В регион приехало 40 гоночных экипажей из 23 городов России и ближнего зарубежья. За уикенд спортсмены на одном дыхании преодолели 860 километров дорог, из которых 650 километров спецучастки. Спортсменам очень нравится Ульяновская область. Это практически единственная гонка, которая проходит на средней полосе России, которая имеет грязь, холмы, лесистые такие участки. Поэтому Ульяновск, он интересен, красив. Все думают, что спортсмены не смотрят вокруг. Смотрят, любуют и наслаждаются иногда зрелищем природы в том числе. Главная фишка гонки – это участие грузовиков. В этот раз на трассу вышли сразу 4 экипажа команды «КамАЗ-Мастер», 3 машины белорусской команды «МАЗ-Спорт-Авто» и 3 автомобиля «ГАЗ» от «ГАЗ-Райд-Спорт». Все приехали побеждать. О том, как достичь хороших результатов, рассказал пилот команды «КамАЗ-Мастер». Безусловно, это командная работа, когда весь коллектив работает на общий наш успех. Самое главное, чтобы победил автомобиль КамАЗ. И над этим, скажем, мы работаем в течение года, в течение месяцев. Вот. Ну и также от той слаженной работы, которая будет производиться в экипаже. По итогам этапа в абсолютном зачете Владимир Васильев стал первым. В грузовом зачете золото взяла команда «КамАЗ-Мастер». Следующая гонка пройдет в Ростове-на-Дону с 21 по 22 октября 2022 года. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УлПравда ТВ.